По данным правительства, наиболее востребованными считаются профессии и специальности, связанные с добычей полезных ископаемых, техники и технологии наземного транспорта, строительства, электро- и теплоэнергетики. В Якутии подготовка специалистов среднего звена ведется в 50 профессиональных образовательных организациях и 5 вузах. Готовят кадры по 61 профессии и 115 специальностям. Ежегодно обучение проходит более 25 тысяч студентов. Готовить конкурентоспособные кадры, мотивированные кадры, которые могут удовлетворять требованиям предприятия. С другой стороны, предприятия, конечно, должны обеспечивать возможность дуального образования, приема на работу. Здесь, конечно, все структуры, которые задействованы в процессе подготовки и трудоустройства, должны быть привлечены, и они должны работать совместно.